Здравствуйте. Сегодня я решил вам предоставить на ваше осмотрение и сделать обзор на колонку. Ну, как вам сказать, она как бы идет универсальная, и производители тупо клеют свои логотипы на нее. Ладненько. Начнем из внешнего вида. Значит, колонка имеет довольно-таки большой разъем для динамиков. То есть один большой динамик и один вот такой где-то формы динамичек, что позволяет колонке звучать даже не то что громко, а очень громко. У меня была такая колонка, но она у меня поломалась. По чистой случайности. Но то, что такие колонки могут выдержать воду, это было доказано, потому что у меня один раз вот такая колонка упала в озеро. И что я сделал? Я ее просто просушил. Ладненько, начнем с внешнего вида. Значит, вот здесь идут две колонны, два динамика. Один басовой, другой акустический. Значит, имеется дисплей маленький. 6 кнопочек, меню, пауза, play, звук плюс, звук минус, и перемотка музыки. Дальше. У нас есть вот на этой вот панельке включение и включение фонарика. Я потом это вам покажу. Сзади у нас есть подставочка. То есть ножка, одним словом, вот вы ее можете так вот отодвинуть, и колонка будет стоять. Это довольно-таки очень удобно, что я считаю. И фишку этой колонки, что очень хорошо, это стандартная батарейка, которую можно заменить. И она очень дешевая, нокиевская батарейка. Сейчас, подождите, я попробую ее как-нибудь сюда достать. О, достал. Ой, господи. Так, вот она, нокиевская стандартная батарейка. Держит довольно-таки нормально. Особенно, когда вы слушаете музыку через наушники. Так, забыл, как вставлять. А, вот все. Так, тут нету на этой ничего панели. А вот тут самое интересное. Что у нас есть? Фонарик. Микро-USB выход для зарядки. 3.5 джек для наушников. Слот для флешки обычной. И слот для микро-CD флешки. Вот, кстати, она вот тут вот стоит. Ну, давайте ее включим и проверим. Так, что я могу сказать? Вот, видите, нажимаю, да, и загорается фонарик, что очень удобно. Вот вы слушаете музыку, идете, да? Проверим громкость. Это 11. Тут идет до 25. Что я могу сказать? Басы чувствуются за счет вот этого вот динамичка. И звук действительно хороший и громкий. То есть достаточно хороший звук. Что насчет функционала? Кроме CD у нас есть... Время можно настраивать, дату, будильник имеется. Давайте я поближе. Значит, вот так. Это у нас что? Значит, дата, год или что-то в этом роде. Не, значит, время, год, будильник можно настраивать. Дальше это радио, вы можете искать радио, вот.
ну и так далее. Вот такая функция. А, значит, в комплекте вместе с этой колоночкой должен идти шнур, как вам сказать, микро-USB. Там соединен с 3.5 джек. Ну и обычный USB-выход для зарядки, да? То есть вы вставляете микро-USB сюда. А джек, микро-джек вставляете, ну, куда вам надо. Например, если у вас в ноутбуке плохой звук. Туда вставляете, или в планшете звук плохой, вставляете и слушаете через эту колоночку. Это очень удобно, я считаю. Дальше. Что это у нас? Таймер у нас есть еще. Ну и все. Вот. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.